Привет! Давно я не снимала видео о своих любимцах и фаворитах из уходовой и декоративной косметики. Конечно же, они у меня как были, так и есть, и что-то из любимцев поменялось, поэтому я решила сейчас сделать это видео видеотег, который стал популярным на англоязычном YouTube, и рассказать вам о своих наиболее часто носимых мною вещах летом. И я думаю, что потом постепенно я буду все-таки продолжать делать видео, входить в это русло и делать видео по месяцам. То есть вот за прошедший месяц август, возможно, еще сделаю, хотя уже столько времени прошло, возможно, не буду, возможно, за сентябрь. В общем, дело не в этом. Если вам понравится это видео, обязательно также снимайте такое же, девчонки, кто снимает видео. Ну, а кто не снимает, мне было бы очень интересно послушать ваши ответы на эти вопросы. Я их оставлю внизу, эти вопросы, на которые сама буду отвечать. В общем-то, давайте приступать. И первый вопрос. Наиболее часто носимый мною лак. Из лаков я не смогла выбрать только конкретный один, так как, ну, все-таки я очень люблю менять свой цвет ногтей, менять, обновлять маникюр, и поэтому как минимум три вот у меня были любимцами. Это лак от Флормар, такой насыщенный синий с молочной примесью. Они все у меня такие довольно молочно-пастельного цвета, который пастельные цвета были очень популярны летом. Это известный многим China Glaze, Breakfast at Tiffany. Угу. Это Аня сама его так называет, на самом деле For Audrey. Ну, я почему-то сразу с Audrey Hepburn связываю, поэтому называю его Breakfast at Tiffany. Неважно. В общем, этот цвет мне очень нравился. Синий и желтый. Вообще, мне кажется, сочетать можно вот этот синий и желтый между собой, и очень красиво будет смотреться такой маникюр. Следующий вопрос – это наиболее часто используемый продукт для волос. И я сначала хотела показать вам, возможно, какой-то шампунь, который был моим любимым, но на самом деле сейчас я стою, можно сказать, на таком пороге перехода, наверное, от натуры Сиберики к чему-то другому. Я вот сейчас выбираю, смотрю, и поэтому на самом деле у меня не было какого-то одного любимого шампуня или кондиционера, и даже не было любимой маски. Поэтому я приписала к этому продукту для волос именно сухой шампунь, потому что он меня очень часто выручал, и реально можно назвать палочкой-выручалочкой. Если у вас день, когда все очень плохо с волосами и нет времени, например, помыть волосы, а они уже в этом нуждаются. У меня, кстати, они нуждаются примерно на второй день в помывке, поэтому вот сухой шампунь для меня необходим. И шампунь от фирмы Batista мне очень нравится, это у меня нейтральный, оригинальный, без особо какого-то ядреного запаха. Следующий вопрос, это наиболее часто носимая летом сумка. И я не смогла здесь тоже выбрать одну, хотя, конечно же, по частоте использования лидирует вот эта сумка, которую вы уже все знаете, это уже такая звезда моя из сумок, но также часто я использовала сумку. Если это был какой-то у меня спортивный такой образ, то сумка Desigual такая очень вместительная, она из материала сделанная, мне очень нравится. Две эти сумки были мною очень любимы этим летом. И следующий вопрос тоже связан с одеждой, это наиболее часто носимая мною обувь. Я бы с удовольствием показала вам какие-то шлепки, что, возможно, свидетельствовало бы о том, что я отдыхала на море и провела очень много времени на солнце, загорала, но лето у нас в Эстонии, как я не устаю повторять в своих видео, было буквально целых 3 дня, и поэтому я могу назвать вот такие босоножки на довольно толстом каблуке именно той обувью, которую я чаще всего носила. Они очень удобные, я в них бегала, не знаю, прыгала, в них можно бегать, летать, все что угодно. Очень удобные, хоть и на довольно высоком каблуке. Дальше идет вопрос про наиболее часто носимые аксессуары. И здесь я никак не могу не упомянуть браслеты из натуральных камней. В данном случае это у меня агат, черный и белый. И эти браслетики мне присылала в подарок Людочка Blush Supreme. У нее тоже есть свой канал, который я оставлю внизу. И также не могу не отметить
браслет, в который я влюбилась с первого взгляда, это браслет от So You Feel. Это такой аналог дорогостоящему браслету от Pandora. Просто, не знаю, я его люблю всем сердцем, и я уже заказала себе второй браслет, только не на So You Feel, а на более бюджетном сайте, который... Да. Следующий вопрос — это наиболее часто носимый мною предмет одежды. Тут было тоже нелегко, на самом деле. Я думаю, девчонки все понимают, что нельзя... Невозможно, наверное, что-то одно выделить, но когда я начала вспоминать, прокручивать в памяти какие-то свои аутфиты, то есть свои наряды дня, то я поняла, что платье от Pull&Bear, такое, которое вы могли лицезреть на мне в моем видео о покупках, я сейчас как раз понимаю, как тяжело показывать одежду не на себе, а вот таким образом. То есть ничего не влезает в кадр. В общем, посмотрите обязательно, я оставлю ссылку сбоку на это видео. Там увидите его на мне. Оно очень простого кроя, но смотрится просто великолепно. Отлично подчеркивает фигуру и подходит мне и цвет, и этот горошек, который тоже был очень популярен летом, и вроде остается популярен. Так что такое платьишко было у меня одним из любимых. Наиболее часто используемая тональная основа — это основа от L'Oréal Lumi Magique. Хоть у меня и комбинированная кожа в Т-зоне довольно часто склонная к блеску, но этот тональный крем мне очень подошел. То есть мне нравится, что его практически не видно на коже, он отлично сливается, не ложится какой-то маской, и вы мне часто пишете в комментариях, что у меня как-то сияет кожа. Я думаю, что все-таки помогает мне в этом тональный крем, потому что он заявлен как жидкий свет, то есть подчеркивает естественное сияние кожи. Я очень редко пользуюсь какими-либо румянами, так как моя кожа вообще не особо склонна к румянцу. То есть вот есть люди, которые там краснеют, когда бегают, или там у них очень быстро появляется этот натуральный румянец. Я не отношусь к этим людям, у меня румянец появляется... Наверное, только зимой, когда, ну, он появляется у всех от мороза. А в других случаях очень редко, крайне редко его можно заметить на моем лице. Возможно, поэтому мне очень тяжело подобрать какой-то идеально подходящий под мой тон кожи румяна. И к чему я это все говорю? Я буду говорить только про бронзер, который был мною любимым. Это бронзер от Sleek, и это Light 884. Мне нравится, что здесь есть как бронзер, так и хайлайтер. Оба их я использую с удовольствием. И могу поставить этот бронзер наравне с бронзером от Benefit Hula. Дальше идет вопрос про наиболее часто используемый продукт для губ. И здесь я не могу также сказать что-то одно, так как все-таки летом мне нужно и увлажнение. То есть, например, бальзам от EOS. Не могу сказать, что этот бальзам от EOS дает какое-то супер увлажнение губам и то, что оно держится очень долго. Нет, это больше, наверное, баловство такое. Мне нравится его носить в сумочке из-за того, как оно выглядит. Также помада от Lumene. У меня оттенок Heather Pink, 9 номер. Это молочно-розовая помада светлая, которая была у меня в прошлом видео о ежедневном макияже. И помада от L'Oréal, тоже новая серия, Rouge Caress. И это такой оттенок, который идеально подходит под мой цвет губ. То есть он просто подчеркивает его. Оттенок 102. Наиболее часто используемые мною тени были Romantic Eye от Too Faced, которую мне подарила Лиза On Air. И мне нравится, что ее можно использовать на каждый день, нейтральные оттенки. Очень люблю этот розовый, который, нанося на косточку глаза, отлично освежает взгляд, если наносить его совсем немножко. И вообще можно сделать как вечерний, так и дневной макияж. Отличное качество теней. Naked от Urban Decay, ну просто... Я обожаю эту палетку, и если бы мне нужно было все-таки отдать все свои палетки теней, то я бы ни за что не отдала палетку от Naked. Это просто моя любовь, это шелковистые тени. Конечно же, как уже миллион раз все говорили, здесь не хватает матовых оттенков, но я даже это готова простить, потому что с теми матовыми оттенками, которые имеются в этой палетке, я отлично могу сделать несколько дневных макияжей.
И последний вопрос. Это тушь, наиболее часто мною используемая. И это тушь от L'Oréal, и она обладает силиконовой кисточкой. Мне нравятся силиконовые кисточки, очень люблю, как они прокрашивают мои ресницы, хотя и обычные кисточки мне нравятся. Это был последний вопрос, я ответила на все вопросы тега. Если вас заинтересовало, обязательно снимайте такое же видео, мне будет очень интересно посмотреть его, увидеть в своих видеоответах. И, пожалуйста, девчонки, если вы не ведете свой канал, напишите мне, что вы чаще всего использовали этим летом. Мне будет интересно почитать, что-то открыть для себя. Уверена, что у вас есть чем поделиться. И большое вам спасибо за внимание. Я буду рада, если вам было интересно это видео. И всем пока, скоро увидимся.